Здравствуйте, меня зовут Елена. Со мной вы узнаете прогноз погоды на 20 апреля. В Барнауле ночью плюс 4, днем до плюс 20. В Белокурихе ночью плюс 5, днем может доходить до 23 градусов выше 0. В Горно-Алтайске ночная температура плюс 4, дневная плюс 20. Перейдем к погоде в нашем городе. В Бийске ясно, ночью плюс 2, плюс 4, днем плюс 17, плюс 19. 26 апреля состоится ежегодный благотворительный проект «Праздник весны и добра». Приглашаем всех, независимо от погоды, в городской сад в 16:00 на благотворительную ярмарку «Добрые руки». На ней будут представлены работы воспитанников детских домов, а уже в 18:00 состоится концерт с участием бийских коллективов и гостей из города Новосибирска и Москвы.